сома на писюн. Для рыбалки на писюн нужен писюн. Вы ныряете, рыба видит ваш писюн и клюет. Вы хватаете рыбу и вытаскиваете ее на берег. На берегу должен быть еще один писюн. Вернее, не писюн, а помощник рыбак, который с мешком относит рыбу в надежное место, а вы продолжаете рыбачить на писюн. Наши рыбаки на писюн рыбачат на писюн около станицы Елизаветинской под Краснодаром. И вот пойман на писюн очередной сом. Давай быстрее, неси мешок, что ты стоишь как болван, говорит один рыбак другому, и он приносит ему мешок, и тот сбрасывает сома в мешок, а сам продолжает рыбачить на писюн. Ваш писюн должен быть всегда грязный, его нельзя мыть, потому что на чистый писюн не клюет рыба вообще. Наш герой только что помыл свой писюн, и на чистый писюн ничего не клюет, вы видите сами. Он проплывает несколько метров по реке Кубань и не может поймать рыбу, потому что писюн чистый, писюн должен быть грязный. Но грязный писюн – это вонючий писюн. Рыба слышит вонючий писюн и начинает на него клевать. И вот наш герой изморал писюн в глине и, скорее всего, сейчас что-то на этот писюн клюнет. А нифига на этот писюн не клюет, потому что рыбак спугнул сабов своим чистым писюном. И все рыбаки продолжают передвигаться по берегу реки Кубань в ожидании поклевки. Итак, поклевки нет, все ждут, поклевки нет. Рыбак ныряет, задерживает дыхание, ждет. И вот, по-моему, что-то подплыло к его писюну. Ага, он хватает этого сома и вытаскивает его на берег. Поздравляем с очередным уловом, а мы смотрим увлекательную рыбалку на Кубани, на писюн. Ну что за дерьмовое качество, что за дерьмовое видео, на что ты снимаешь, говорит один рыбак другому рыбаку. А я снимаю на утюг. Ну тогда снимай на свой утюг, смотри, какой огромный сом поймался на грязный писюн. Итак, очередной сом помещается в мешок и относится в хранилище на берегу. О, это увлекательная рыбалка на писюн на Кубани. Как она прекрасна, как она зрелищна. Ты Кубань, ты моя родина, какая чистая вода течет в моей любимой реке. Ай, он, по-моему, укусил меня, уже не за писюн, он схватил меня за все, что у меня есть. Быстрее давай мешок, давай быстрее, запихивай в мешок, я тебе помогаю, и ты помогай, что ты стоишь как баман, засовывай быстрее, давай вместе, раз, раз, и давай вместе, и раз. И раз, что он такой большой, что не лезет в этот мешок, ты не мог мешок побольше найти, что ли? Давай вместе, раз, 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 какой хвостяра большой, а, о, фу, затолкал, а слушай, молодец, дорогой, а. Слушай, я больше не могу так рыбачить, я одеваю трусики и хожу, потому что мне уже невозможно рыбачить, что я жене скажу, а? Ай, слушай, как щиплет писюн-то мой, а? Уходи не быстро, я сейчас побегу, спрячусь, убегу, забодаю, убегу, уходите все, не мешайте мне, а? Слушай, по-моему, мой писюн через карман вылез, а? А ну, покажи, сколько я сегодня наловил рыбы. Вот это все я поймал, вот эту кучу, какой я молодец, вот это все мы продадим, а денежки пропьем, ура, ай-на-ни-на-ни-на-ни, ай-на-ни-на-ни, ай-на-ни-на-ни-на-ни, раз-на-ни-на-ни.